Всем привет, дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале Муравьиный Муравей. И этот видос у нас пойдет об отдельном виде муравьев, которые я поймал в Греции, когда был. В общем-то, я вам показывал уже этих двух маточек в двух разных проверках. Ой, извините за тряску. В общем, это у нас очень маленькая матка, длиной примерно 5 миллиметров, вот. Ну и, в общем-то, я пока что... Вернее, до этого момента я не знал, что это за вид, даже не предполагал, потому что, ну, как бы, в муравьях, которые здесь у нас водятся, я как бы нормально шарю, но которые в других странах, там вот эти мелкие всякие, я вообще не разбираюсь. И вот мне Виктор Кожев, надеюсь, вы его знаете, подсказал, что это за вид. Оказалось, это Плагиолепис. Плагиолепис пигмая, но я толком не уверен, точно ли это пигмая или нет. Возможно, там ксена, возможно, еще какой-то. Так что просто пока что Плагиолепис СП. Потому что в точном названии я еще не уверен. Вот. Ну и, в общем, вот такая вот у нас маточка. Маленькая, она очень маленькая. И, в общем-то, очень классная. Видите, у нее уже огромный пакет яиц имеется. Она снесла прям, ну, кучу яиц, что не может не радовать. Вот. Ну и, кстати, там уже есть личинки, и это тоже очень и очень супер. Кстати, у меня такая же есть вторая матка, но изначально там было две матки в той пробирке, но в итоге, как и у лазиусов, одна убила другую, потому что, как бы, превосходство и так далее. Вот, и теперь там одна матка. Тоже с таким же пакетом яиц, может быть, даже чуть-чуть поменьше, но там больше личинок. Вот. Но здесь тоже личинки есть, но в основном это яйца. Так что вот такая вот очень классная маточка. Я буду выкладывать видео про этот вид, про вид еще, не знаю, Фиидоли, наверное, который поймал в Греции. Вот, ну, в основном про вот мессоров, про лазиусов, про этот и про мирмику. Если вы хотите еще какой-то вид, то обязательно напишите в комментарии, я, возможно, его поймаю, возможно, где-нибудь куплю, я не знаю. Вряд ли я куплю что-то, но поймать я, скорее всего, смогу, так как я еще еду в Берлин, буквально через пару дней, и там я тоже, надеюсь, сниму какой-нибудь интересненький видосик для вас. Вот, так что пока что вот так вот дела у этой матки, видите, она довольно полная, то есть... Она не голодная, хотя я ее очень давно кормил. Я не знаю из-за чего, вряд ли она ела яйца свои. Вот, но, как все-таки видите, она очень полная и очень сытая. Яйца у нее есть, прям, но это не может меня радовать. И вот вы просто представьте, вот какая это маленькая матка. Вот. Ну, это очень маленькая. Вот видите, да, справа ватку, это вот обычная пробирка. Обычная пробирка, в которой компонотусы, не знаю, живут, да. Вот, в которых компоненты селят, и в которых у меня жнецы живут, но вот, вот эта ватка справа, и вот эта маленькая матка, это вот ее размер, 5 миллиметров, может быть даже 4, 5 это с полным брюшком, так 4 миллиметра, а рабочие будут еще меньше. Так что пока что это у нас Плагиолепис СП. Как только появятся рабочие, я обязательно спрошу еще раз, или сам удостоверюсь, в общем-то, чтобы понять точный вид. И, кстати, в Википедии написано, что этот вид социальный паразит у других муравьев. Кто не знает, социальный паразит у муравьев, это обозначает то, что муравей, например, та же формика руфа или же полектена, матка является социальным паразитом. Она залазит в другое гнездо и порабощает, либо убивает ту королеву и порабощает, как бы, рабочих с расплодом. Либо же просто порабощает часть рабочих и забирает расплод. Вот так же у этих муравьев. Я толком не понял, как маленький вид муравьев может быть социальным паразитом, но потом до меня дошло, что они могут просто с помощью, за счет своих размеров проникать с помощью такие тоненькие-тоненькие туннели в чужие гнезда и воровать оттуда расплод и поедать его. Так что вот такая вот у меня маленькая мерзавка. Очень классная, очень нравятся матки, особенно то, что у них вот много яиц вот сейчас, вот видите, может я даже приближу, о, качество, ну что ж, вот такая вот маточка, да, да, просто сейчас очень шатается штатив и стол, так что, если вам понравилось видео о такой матке, и хотите больше видосов про виды из Греции, ну, у меня только два вида, к сожалению, это вот Фиидоли и вот эти Плагиолеписы. Но если вы хотите продолжение и знать
как только вот у этой муравьихи появятся рабочие и будет больше расплода, я обязательно об этом выложу видосик, если же вы попросите. И то же самое будет с фейдолями. Так что давайте, не забывайте про лайки, комментарии позитивные. Я обязательно отвечу на любой комментарий, если у вас какой-то вопрос. Так что не стесняйтесь, задавайте. В общем, такой вот видосик получился. Вот, хороший ракурс для нашей матки. Это, скорее всего, пойдет на превью. Очень красивый вид. Красивый вид муравьев. Очень маленький, но очень красивый. Ладно. Кстати, всех троих маток я поймал на пляжу, когда загорал. И они просто подползали ко мне. Это прям какое-то чудо, потому что... Не знаю, как еще таких маток увидеть, но, в общем, они просто подползли ко мне. Это чудо, это счастье для меня. Кстати, всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока.